Друзья, всем привет! Наконец-таки свершилось! Сегодня мы снимаем финальный обзор нашего дома мечты на Взлетной, полюбившемуся вам проекту, нам. Немножко даже грустно, что наш обзор уже финальный, но одновременно радостно за то, что буквально через пару дней мы увидим счастливые и довольные глаза наших новых жильцов. Мы зашли в наш очаровательный дом. Первое, что хочу сказать, вот уже который раз я появляюсь на этом объекте, меня не покидает ощущение какого-то невероятного уюта. Что странно, потому что жильцов в доме еще до сих пор не было, этот дом никто не обжил, но это чувство уюта, оно какое-то вообще великолепное. Но это, наверное, все потому, что мы все делаем с большой душой и как для себя. И сейчас я вас познакомлю с нашим ведущим дизайнером группы компании «Мечты», с Виталиной, которая уже подробно расскажет про наш объект. Всем привет! Сегодня мы находимся в частном доме в английском стиле, общей площадью 470 квадратов. На участке у нас располагается гостевой дом, он очень уютный, общей площадью 32,5 квадратов. Также на участке у нас располагается мангальная зона, обеденный стол на 12 персон, рядом зона отдыха, где вы можете отдохнуть, и крытая парковка на 4 машины. А сейчас предлагаю вам пройти вместе со мной в сердце этого дома, в центральную комнату этого огромного дома, это в гостиную, рядом с которой сразу находится обеденная зона. И первое, что бросается в глаза, это, конечно же, светлый, красивейший интерьер. Сразу скажу, что мебель корпусная и мягкая в этом проекте выполнена вся по индивидуальному заказу, по эскизам нашего дизайнера, исключительно из премиальных материалов. Прямо сзади меня находится большой вместительный радиусный диван, рассчитанный на 8 персон, и рядом тоже небольшая зона, где находятся два кресла. И все это для того, чтобы можно было уютно расположиться вечером и посмотреть большой дружной семьей какой-нибудь фильм или сериал. Ну а если вам захотелось более уютной атмосферы и вы хотите задвинуть шторы, то это можно сделать, даже не вставая с дивана. И это всего лишь одна из фишечек этого дома, но самое главное то, что абсолютно все центральные коммуникации этого дома управляются с помощью вашего смартфона. А именно, приточно-вытяжная система, кондиционирование, отопление, подсветки в бассейне, сам бассейн, спа, гостевой домик, абсолютно все. Вы просто берете смартфон из вашего кармана, и все уже готово. И из сердца этого дома мы попадаем в огромную кухню, в нее же обеденную зону, и что мы сразу видим? Безумно красивый кухонный гарнитур, премиальную бытовую технику. Здесь у нас духовой шкаф с функцией пароварки, духовой шкаф Аска с функцией СВЧ. Кофемашина для приготовления вкуснейшего кофе утром. Столешница, очень красивые фасады. Верхний у нас фрезерованный, здесь гладкий. Газовая варочная поверхность, маленькая, компактная, но очень мощная вытяжка, тоже Аска. И, конечно же, два холодильника системы side-by-side. Столешница острова и столешница рабочей зоны у нас выполнены из кварцевого агломерата. А теперь к фишечкам. Здесь у нас находится винный холодильник, рассчитанный на плюс-минус 50 бутылок. Здесь у нас находится посудомоечная машина. И очень много шкафчиков для хранения крупногабаритной или просто обычной посуды. Также у нас здесь находится смеситель с двойным изливом, с фильтрованной водой и с обычной. И мы предусмотрели даже измельчитель в раковине. И слева от острова у нас располагается большая обеденная зона, рассчитанная на 8 человек, уже с засервированным красивым столом, который готов встречать гостей. А столешница у нас выполнена из натурального гранита, а подстолье у нас выполнено из массива. Справа и слева от меня находятся витрины, которые также выполнены из массива. И центром, конечно же, это и главным украшением этой кухни является большая картина, которая также выполнена на заказ. Но если вы думаете, что сзади меня находится большое витражное окно, вы ошибаетесь, потому что сзади меня находится большая витражная дверь, которая ведет нас прямо в зону спа и бассейна. Сейчас пойдемте в холл, посмотрим, что там находится там. Вы помните, в самом начале мы были с Виталиной здесь. Огромное натуральное панно с натуральным ониксом и с подсветкой. Но подсветку можете выбирать вы. Прямо здесь и под настроение.
А теперь посмотрим, какие еще есть здесь кабинеты, какие здесь еще есть комнаты. И первое – это кабинет на первом этаже. И что же находится здесь? А здесь у нас находится большая рабочая зона, большой стол рабочий. Здесь у нас находится два шкафа с выдвижными механизмами, столик журнальный, диван, где можно отдохнуть, и большой шкаф, в которых предусмотрены гардеробные системы и вот такой большой центральный стеллаж. Ну а с кабинета мы попадаем в санузел первого этажа. Он выполнен в золотых оттенках, очень красивый, везде керамогранит, большое двустороннее зеркало и тропический душ. Ну а здесь находится самая главная инженерная комната этого дома, откуда происходят все вообще коммуникации. Она же постирочная комната. Здесь находятся две системы хранения, в одной из которых находится стиральная машина, стиральный шкаф и сушильный шкаф, а также небольшая раковина. Кстати, обратите внимание, мы предусмотрели все коммуникации. Здесь есть уже выходы розеток. И справа от меня находится как раз-таки за этими дверями вся инженерная система. Котел, водоснабжение, все-все-все как раз то, что вы можете управлять с вашего телефона. Так, ну а прежде чем пойти на второй этаж, я вам хочу показать про нюансы этой лестницы, а именно все, что находится под ней. Это не просто панели, это системы хранения. Каждый шкафчик здесь можно открыть и хранить здесь обувь, какие-то вещи, то есть все, что вашей душе угодно. И сзади есть небольшое пространство с датчиками движения, где также можно расположить ваши вещи. А теперь пойдемте на второй этаж. Но будем подниматься мы по мягкому ковролину, а справа от меня находятся стеклянные двусторонние тонированные ограждения. Так, ну и что я вижу, поднимаясь на второй этаж? Также огромные витражные окна, тоже шторы на электроприводе. Ну и, мама дорогая, что здесь за люстра? Первое, на что обращаем внимание, второй и третий этаж у нас выложен инженерной доской. А сейчас пойдем с вами в первую малую мастер-спальню. Ну и заходя в комнату, мы видим здесь спальное место, мягкую стеновую панель позади нее, две прикроватных тумбочек, выполненные из кожи. Здесь одна полочка и рабочая зона с натуральным гранитом и два стеллажа, которые выполнены также по индивидуальному заказу. И, кстати, в этой мастер-спальне есть своя гардеробная и свой санузел. Здесь в санузле у нас располагается большая ванна, столешница, которая выполнена также из кварца, большое зеркало, своя раковина и инсталляция вместе с гигиеническим душем. Кстати, про что я говорила, что в каждой комнате находится система управления кондиционированием, и эта комната также не исключение. Здесь можно выставить, вообще в каждой комнате можно выставить температуру, которую хотите именно в этой комнате. Ну, а в этой комнате у нас также находится большое спальное место. У нас здесь находится также рабочая зона. И спереди у нас огромная система хранения, которая рассчитана также здесь под большой телевизор. И здесь предусмотрены полочки и система гардероба. Шторы в этой комнате также управляются электроприводом. Ну и вся мебель здесь тоже выполнена по индивидуальному заказу. Ну а здесь находится та самая ванна, которая не оставит равнодушной ни одну девушку. Просто посмотрите, какая там красота. Здесь у нас находится два зеркала, две отдельно стоящих раковины на столешнице из кварца. Здесь находится огромная ванна, в которой я, если честно, очень хочу полежать. Здесь у нас находится система хранения, здесь инсталляция. Тоже гигиенический душ, и здесь главная фишечка этой комнаты заключается в инфракрасной сауне. Кстати, из нее вы можете сразу выйти сюда, прямо под тропический душ. И еще одна комната на втором этаже, которая также выполнена в светлых оттенках, и здесь у нас находится большой гардеробный шкаф, тумба и большой рабочий стол, и все это выполнено в едином стиле, также по индивидуальному проекту. Конечно же, большая кровать с большим красивым изголовьем. А сейчас мы заходим в самую главную комнату этого этажа, это хозяйская мастер-спальня. Огромная просторная комната с такой же огромной просторной кроватью, выполнена по индивидуальному эскизу. Огромный телевизор, тумба, небольшая зона отдыха, также шторы с электроприводом,
Очень красивая люстра, которую я когда-то показывала, вообще ее обожаю. И, конечно же, прикроватные тумбочки, которые, столешницы которых выполнены из натурального гранита, а сами прикроватные тумбочки выполнены из натурального шпона. Ну и, конечно же, в этой мастер-спальне есть своя ванная комната с двумя интегрированными мойками, со столешницей из акрила и двумя большими зеркалами. Очень красивая ванная комната, ну и, конечно же, душевая система. А сейчас наступил вечер, и мне хочется посмотреть какой-нибудь интересный фильм. Знаете, где я это сделаю? В собственном кинотеатре, на который я сейчас поднимусь по винтовой лестнице. Ну вот, мы поднялись в собственный кинотеатр. Здесь располагается три очень удобных, специально разрабатываемых для этого дивана нашего собственного производства. И выберу я, наверное, вот это место. И буду смотреть свой любимый фильм. Ну и, конечно, в такой комнате очень важен климат-контроль. И здесь также все системы управления находятся прямо перед вами. А именно кондиционирование, приточная система. В общем, все находится прямо в доступности. Ну и, конечно же, санузел тоже необходим рядом с кинотеатром. И здесь он, конечно же, есть. Здесь, в этой комнате, у нас тоже располагается тропический душ. Очень красивая тумба в очень красивых оттенках. А столешница выполнена у нас из кварца и вот такое красивое зеркало с подсветкой. Ну и, конечно же, инсталляция. А сейчас мы пойдем в гостевой домик. И, кстати, посмотрите, как наш дом выглядит ночью. Просто какая-то невероятная красота. Здесь есть все для комфортной жизни ваших гостей или вашего персонала. Здесь есть большой раскладной диван, обеденная зона, рассчитанная на 4 персоны, огромный плазменный телевизор и даже своя кухня. А на кухне у нас есть холодильник с морозильной камерой, естественно, раковина со смесителем, варочная поверхность и микроволновая печь. Также в гостевом домике, конечно же, есть свой санузел, в котором располагается душ, все необходимые удобства. И рядом есть даже комната, в которой вы можете расположить все вещи, потому что там большие стеллажи, даже с зеркалом собственным. Ну и, конечно, какой дом мечты без бани и без бассейна? Сначала мы вам покажем баню, но прежде чем мы зайдем, я скажу очень важную вещь. Еще час назад, когда я ехала сюда, мне захотелось попариться в банике. И буквально час назад я зашла через смартфон, включила печь, и баня уже готова. Ну а если идея посетить баню возникла прямо здесь и сейчас, то подождать нагрева можете прямо здесь, во входной группе, сидя, например, на этом шикарном кресле. Качалки. Слева от меня находится стеллаж с банными принадлежностями, а теперь пойдемте покажу, что находится справа. Конечно же, сама сауна. Здесь сразу при входе располагается душ, можно как следует обдать себя ледяной водой. Ну и, конечно же, сама сауна. Вид, конечно, просто потрясающий. Сразу видно бассейн. Если идет дождь, можно смотреть на дождь. Ну и, конечно же, присесть прямо сюда и наслаждаться паром. И, выходя из сауны, мы сразу попадаем в зону бассейна. Но вы посмотрите и скажете: Маш, ну где бассейн? А я вам сейчас покажу. А вот и наш красивейший большой бассейн. Кстати, крышку можно открыть также с помощью смартфона. И подсветку бассейна я тоже включила со смартфона. Бассейн также у нас оснащен системой очистки гидролиз. И бассейн у нас встроен противоток. Что, на этом финальный обзор нашего дома мечты закончен. И я пошла дальше, потому что завтра нужно вставать рано утром и воплощать снова чью-то мечту в жизнь. Всем пока!